Денис Клявер стал звездой благодаря участию в группе «Чай вдвоем». Последние несколько лет мужчина поет сольно, а все свободное время проводит с женой и 4-летним сыном. Многие поклонники до сих пор не знают, что артист является сыном юмориста Ильи Олейникова. В эфире программы однажды Денис признался, что никогда не пытался воспользоваться популярностью отца, чтобы построить успешную карьеру. Он всего добился самостоятельно, без помощи известного родственника. По словам мужчины, в детстве его никогда не баловали. Несмотря на то, что его карьера шла в гору, Илья Олейников предпочитал не покупать сыну дорогие подарки. Именно поэтому музыкант научился ценить и беречь деньги. Смерть родственника стала для певца потрясением. В 2012 году у мужчины обнаружили рак легкого. Юморист прошел курс химиотерапии, но так и не смог победить болезнь. Несмотря на то, что Денис скучает по отцу, он никогда не был с ним по-настоящему близок. По словам Клявера, это произошло из-за их занятости. В детстве папы часто не было дома, ведь он много работал, был успешным человеком. Потом у меня пошли гастроли, и поэтому не было времени на общение. Мы никогда не откровенничали, не говорили по душам, но все равно были друзьями, отметил артист. Сейчас Клявер старается компенсировать недостаток отцовского внимания с помощью общения с младшим сыном. Маленькому Даниэлю всего 4 года, и ребенок является центром вселенной для артиста. Я часто откладываю или отменяю концерты. Прекрасно знаю, что выступления от меня никуда не денутся, а вот этот человечек уже совсем скоро станет взрослым, поделился мужчина. Супруга Дениса Ирина подтверждает, что ее избранник является идеальным отцом. Сам Клявер не скрывает, что уделял недостаточно внимания детям от других отношений. Однако в случае с Даниэлем он решил исправить все семейные ошибки, окружив малыша заботой. Класс пост 482 579 подписчиков.